Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 20 апреля. Необходим новый эффективный подход. Состоялась встреча президента с представителем Международного комитета Красного Креста по вопросам пропавших без вести на Кавказе. Новые правила Роспотребнадзора по въезду россиян из-за границы, вступившие в силу с 15 апреля, на жителей Южной Осетии не распространяются. Несколько видов вакцин. Министерство сельского хозяйства выделило необходимые препараты для ветслужбы из Наурского района. Президент Анатолий Бибилов принял представителя Международного комитета Красного Креста по вопросам пропавших без вести на Кавказе Даниэля Максуини. Глава государства отметил, что высоко ценит работу комитета в вопросах поиска пропавших без вести, но в то же время выразил сожаление, что результативных продвижений нет. Президент выразил надежду на новый виток эффективного развития работы и заявил, что Южная Осетия ответственно подходит к работе. Глава государства Анатолий Бибилов встретился с представителем Международного комитета Красного Креста по вопросам без вести пропавших на Кавказе Даниэлем Максуини. Президент поздравил Максуини с назначением на такой важный и ответственный пост и отметил, что вопрос по поиску лиц пропавших без вести всегда стоит на повестке дня у руководства Республики Южная Осетия. Однако предпринимаемые шаги не дают пока никаких результатов. Именно по этой линии у нас еще нет каких-то шагов. Конечно, это нельзя назвать позитивными шагами, но понимая всю боль семей, которые потеряли своих сыновей, братьев, конечно, было бы желательно, если бы работа в этом направлении была более эффективной. В ходе состоявшейся беседы обсуждались вопросы взаимодействия в сфере выяснения судеб пропавших без вести. Представители МКК проинформировали о планах по расширению деятельности в этой области. Анатолий Бибилов подчеркнул, что со стороны руководства Южной Осетии есть полное взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста. Уровень представителей в этой работе тоже высокий. Глава государства выразил надежду, что совместные действия принесут результаты. Конечно, мы изучили и ваше предложение. Эти предложения, без сомнения, они уместны, но, к сожалению, могу отметить, что, опять-таки, это носит определенно декларативный характер. И было бы очень хорошо, если бы мы все-таки проработали непосредственно шаги, которые бы позволили нам найти граждан. В свою очередь, представитель МКК поблагодарил президента за теплый прием и за возможность встретиться. По словам Максуини, это показатель того, насколько важное место занимает вопрос по поиску пропавших без вести. Главная цель приезда – обсуждение вопросов возобновления работы по поиску без вести пропавших в годы грузино-югосинского конфликта. Дела пропавших без вести в 1990-х и 2008 году очень важны для работы МККК. И то, что на Кавказе была основана должность представителя по вопросам прояснения судьбы без вести пропавших, это показатель того, какое большое значение МККК придает улучшению степени поиска количества без вести пропавших. По словам Максуини, по этому вопросу в ближайшее время состоится ряд встреч в Москве. Новый устойчивый и эффективный подход к работе может помочь облегчить страдания родственников без вести пропавших, которые многие годы ждут и надеются на выяснение судеб своих родных. Как я уже отметила, мы очень хорошо понимаем озабоченности югосинской стороны, и поэтому с надеждой смотрим на возможности применения новых методов работы всех участников процесса с тем, чтобы получить результаты всей нашей деятельности. Анатолий Бибилов выразил признательность МКК за оказываемую помощь. Стелла Бязарова, Алим БТ, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, который вступил в силу 15 апреля, все приезжающие россияне до въезда в Российскую Федерацию обязаны заполнить на едином портале госуслуг специальную анкету, а по прибытии в течение 3 календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и разместить полученную информацию на портале. Жители Южной Осетии взволновала эта информация. За разъяснениями мы обратились в Югосельхозпотребнадзор. Новые правила Роспотребнадзора по въезду россиян из-за границы, вступившие в силу с 15 апреля, жители Южной Осетии не касаются. Для наших граждан продолжает действовать распоряжение правительства Российской Федерации от 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию. То есть наши граждане могут въезжать в страну в обычном режиме. Есть два распоряжения от 2020 года за номером 635 и 763 распоряжение правительства, где четко указано, что вот эти ограничения, они не применяются в отношении, в частности, граждан Южной Осетии. То есть в отношении граждан Российской Федерации, въезжающих из Российской Федерации в Южную Осетию, и на граждан Южной Осетии, выезжающих, значит, в Российскую Федерацию. То есть эти нормы на нас не распространяются. Напомним, согласно новым правилам, которые вступили в силу в середине этого месяца, граждане России до прибытия на территорию страны должны заполнить анкету, в течение 3 дней сдать тест на COVID и разместить информацию на портале госуслуг. А до получения результата ПЦР-теста должны соблюдать изоляцию по месту пребывания. Зарина Кочева, Сармат Гузетаев, информационный выпуск сегодня. С наступлением весны в районах республики приступили к полевым работам. Обработано 2500 гектаров земли. Почти половина засеяна зерновыми культурами. Также для фермеров в рамках двусторонних договоренностей Министерств сельского хозяйства Российской Федерации и Южной Осетии действует программа помощи в виде посевного материала. Анжела Кокоева продолжит. В районах республики продолжаются весенние полевые работы. Из-за неблагоприятных погодных условий, которые установились в апреле, работы на поле ведутся с отставанием. Вспахано около 2500 гектара. Около 900 гектаров уже посеяно зерновыми культурами. Наши работы начались уже где-то в середине февраля. Как только погодные условия позволят, дальше будут продолжаться все работы. И посевная кампания, наверное, закончится уже в ближайшее время. Также в этом году фермеры, которые подали свои заявки в Министерство сельского хозяйства, получат помощь в виде семенного материала. Данная программа реализуется согласно двусторонним договоренностям с Министерством сельского хозяйства Южной Осетии и Российской Федерации. Наши фермеры в основном работают зерновые, бобовые культуры, колосовые. Все это пшеница, ячмень. Часть семенного материала на прошлой неделе была доставлена в республику. Это семена ячменя и кукурузы. Ожидается и поставка семян картофеля. Также ожидаем еще поставки от наших российских коллег, которые отозвались. И это в основном фермерские хозяйства, это предприятия, это научные институты семеноводческие, которые нам оказывают помощь в семенном материале. В рамках межведомственных договоренностей двух министерств Южной Осетии и Российской Федерации республика получила новую сельхозтехнику. Она уже задействована в весенне-посевных работах, и это во многом скажется на темпах производимых работ. Анжела Кукоева, Азиз Багаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Для устойчивости грунта вдоль автотрассы Цхинвал-Ленингор высажены несколько тысяч саженцев дуба. Чтобы справиться с большим объемом работы, были задействованы лесники со всех районов. Зеленые насаждения завезены из Северной Осетии. Посадить деревья в ближайшем будущем планируется и в дубовой роще. Тему продолжит Эльвира Тибилова. Управление лесного хозяйства республики высадило несколько тысяч дубовых саженцев вдоль автотрассы Цхинвал-Ленингор. Саженцы были размещены на оползневых местах автодороги для устойчивости грунта. Для быстроты работы управление привлекло 35 лесников из всех районов республики. Шайтер,
Дубовые саженцы были завезены из Северной Осетии в количестве 3000 штук. Как отметил Инал Кабулов, они также планируют посадить насаждения в дубовой роще на замену больных деревьев. Дубы в роще высыхают из-за вредителя – дубовой листовертки. Эти бабочки и их гусеницы нанесли большой урон дубовым деревьям в роще. Лесхоз планирует завести новую партию саженцев в ближайшее время. Захтуйся вот тогда. Тут же там хусканыч. Мы собираем там казаны, когда они уйдем дыры. Рот там. Мы на улице шауем. Тангов за дорога и становидерва. И винал и стеудим. Часть саженцев была посажена в лесах Ленингорского района сотрудниками районного отдела управления. Эльвира Тибилова, Арнольд Харебов, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Во дворе средней школы села Хоцеядзалского района в скором времени появится новая современная детская площадка. Строительство уже началось. Игровая площадка будет разбита по просьбе жителей села, с которой они обратились к главе района. Это не единственный строительный процесс в районе. Какие еще работы проводятся в следующем материале. Приятное событие ожидает детей села Хвце. В скором времени во дворе Хвцеевской средней школы появится детская площадка, где дети смогут проводить время, играть и веселиться. Жители села Хвце обратились к главе Дзаусской районной администрации Андрею Джоеву с просьбой построить для детей игровую площадку. Как нам рассказал начальник ГУП ЖКХ Дзаусского района Тамерлан Схавребов, вот уже несколько недель коммунальными службами района проводятся строительные работы. Территория благоустроится на 300 квадратных метров и будет полноценная современная детская площадка. Помимо этого, по словам Тамерлана Схавребова, проводятся очистительные работы водосточных каналов села Уцефарс, которые расположены слишком близко к жилым домам. Также работники ЖКХ района устанавливают новые столбы линии электропередач в поселке Дзау. Анжела Кукоева, Ляна Тедеева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Ветеринарная служба Знаурского района получила необходимые препараты. Вакцина предусмотрена для домашних животных. Сотрудники ветслужбы обходят села района и проводят вакцинацию. Мероприятия продлятся до конца года. Подробности в репортаже Алены Оттаевой. Министерство сельского хозяйства выделило необходимые препараты для ветслужбы Знаурского района. Несколько видов вакцин предусмотрены для крупного рогатого скота. Против таких заболеваний, как пастереллез, бешенство, МКАР, сибирская язва, классическая чума свиней, нодулярный дерматит. Главный ветврач района Ахсар Кутаев отметил, что непривитый рогатый скот не позволят перегонять на летние пастбища. Сотрудники ветслужбы обходят села района и проводят вакцинацию МКАРом. После будут вакцинировать и от других заболеваний. Привиты около 1200 голов. В целом в районе более 2700 голов. Вакцинация продлится до конца года. Алена Утаева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
В столице 27 мая пройдет показ фильмов о жизни и творчестве основоположника осетинской профессиональной музыки Бориса Галаева. Об этом на пресс-конференции сообщили учредители фонда культуры имени Бориса Галаева Лиана Гагойта и Андрей Габараев. Планируется представить 3 картины. Кроме показов, ожидается концертная программа с привлечением почитателей творчества маэстро. Обо всем подробнее Эльвира Тибилова. В конференц-зале Госкомитета информации и печати состоялась пресс-конференция учредителей Фонда культуры имени Бориса Галаева Ляны Гаглойте и Андрея Габараева. Как рассказала директор фонда Ляна Гаглойте, 27 мая в Цхинвале пройдет показ фильмов о жизни и творчестве основоположника осетинской профессиональной музыки Бориса Аслангирия Галате. Руководители фонда планируют провести мероприятие в Юго-Осетинском государственном университете. Покажем 27 числа, договорились с библиотекой, вот той самой, которая готовила эту книгу, основоположник осетинской музыки. Вот решили там. Пока мы хотели тоже в Доме кино, но поскольку у нас библиотека тоже очень такая активная и прекрасные у нее там возможности, решили показать в этом месте. Помимо показа фильмов, в планах у учредителей фонда организовать концертную программу с привлечением большого круга почитателей творчества маэстро. Лиана Гаглойте также отметила, что 14 апреля в Доме кино Владикавказа прошла премьера документального фильма «Время Бориса Галаева». Показы фильмов также состоялись в Екатеринбурге и Москве в рамках фестиваля «Урал-Кавказ. Связующие нити. Осетинские параллели». Выставку сувенирной продукции сделать, и представить национальную кухню, и подготовить концерт. Настоящий, знаете, вот академический концерт, это не просто на осетинском языке. Вот. И презентацию самих фильмов. Борис Галаев был первым осетинским профессиональным композитором и дирижером, музыковедом, этнографом. Галаев основал в Южной Осетии композиторскую и музыкальную школы. Руководил народным хором, госансамблем песни и танца, театральным и духовным оркестрами. Борис Галаев – автор музыки к кинофильмам «Фатима» и «Советская Осетия», спектаклю «Амыран» и оперному спектаклю «Нарт-Батрат». Эльвира Тибилова, Алим Бетеев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Комбинат благоустройства при столичной администрации продолжает весенние работы по высадке зеленых насаждений. С самого раннего утра начинается расчистка территории под посадку цветов. Подобные работы носят плановый характер. Уже завершено облагораживание некоторых улиц и скверов. Комплексные мероприятия будут продолжены. Яна Плеева с подробностями. Этим утром городская администрация приступила к высадке декоративных цветов на привокзальной площади. С 7 утра работники благоустройства расчищают всю близлежащую территорию. Для того, чтобы приступить к посадке, необходимо подготовить землю, очистить от сорняков, удобрить ее. Ярких цветущих территорий становится больше ближе к лету, когда все посаженные цветы успевают распуститься. Комплексная работа администрации включает в себя уборочные работы, посадку не только цветов, но и деревьев. Дней назад завершились работы в новом сквере по улице Путина. Здесь были посажены березы и ивы. Это все мы еще и обрыскиваем, то есть хустацил канам, удобрением. Первым окумбан сажан диринчтат, битуню, может быть сальвию и сальвиама бархат. Ну еще это мы точно не знаем, битуня у нас есть, а то что привезут мы еще не знаем. Столичные клумбы в это время начинают преображаться. Весенние работы начинаются с их обрезки. Как отметила ландшафтный дизайнер городской администрации, растения должны иметь одинаковый аккуратный вид, соответствующий общему архитектурному виду. Это по городу, да? Значит, кандарты манджа база, да, ну как мы успеваем. А что в скверах вы делаете? Это просто наверняка уборочные работы. Это стрижка идет, значит, идет декоративная стрижка, идет санитарная стрижка. Потом вот вносим и удобрения, также и от уже это даже тля появилась уже. На розах уже есть тля, вот аудон мора.
значит так, баластанесах там 120 саженец нарвалась, то по городу либо танесах там, а в районе вот скверкам стоит урбаза, ну танесах там береза там, клен там, а каштан там. Некоторые цветы остаются с прошлого года. Сотрудники благоустройства заботливо поливают их, укрывают от холодов, следят за их состоянием. Уже в ближайшее время поступит новая партия однолетних цветов, которые украсят клумбы города к параду Победы. Яна Плевальдина Чихоева, информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Осетинский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом Европы. Соревнования проходили в Лиссабоне. В весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев на предварительном этапе был сильнее представителей Испании и Австрии. В полуфинале выиграл чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы Гурама Тушишвили из Грузии. А в финальной встрече одержал верх над представителем Голландии и выиграл чемпионат Европы. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.